очереди закидываешь. Ничего ж не надо. Очередь перепутал, похуй. Ну да, по сути, похуй. По большому счету. Картошка разварится, или лук, или капуста, блядь. Картошку самую первую, да? Отвары. Ну да, она дольше всего варится, но это я знаю. Это знать надо, блядь. Это знать надо, 100%. В этом Кратос пуляет, нахуй, уверенно все. Типа с чарджа, нахуй. А можно кафе? Фуриков, это типа фуриков апнут, я ничего был дмажен. 7к я смотрю. А можно каст ауру? Ну так, сын, нужно на полшишечки. Всем похуй, это по-моему на кастеров. А вот есть все. Жестко, жестко, сын. Жду апфайр. Не, пойдем в пизду на собаку, пойдем в самую последнюю очередь. Ебал я в рот, еще с пугами нахуй. Нихуя, у меня гром въебал, блядь. ДЦ холи приз 260, блядь. Кое, ну. А что тут дотка тут стоп ДПС будет, да? Ладно, похуй, пускай идет. Понимать. Пизду искать. Бёбы нету, да? Ну, написал, вроде не сможет. Написал, что его сегодня не будет. Из-за доставок, кстати. Реально? Реально. Чего вы завидуете? Ну, заказываю доставку. Само. Не могу понять, что проблема. Да никто не завидует, нахуй. Ты уходишь, блядь. Уходишь, нахуй. Босса пуляют, босса пуляют, нахуй, ты уходишь. Я, блядь, доставку заберу, нахуй. Шмот разролит, ты доставку забираешь. И так по КД, блядь. Все, пошли назад. Не, нахуй, на собаку последнюю очередь пойдем. Пизду, пошлите трэш забьем. Сейчас, гляньте, трэш. Дайте лаки растут. Ебал я в рот, спугай мне эту собаку еще, нахуй. Конченую, блядь. Согласен, лучше два босса ебануть, а на третьем разойтись. Нет, третьего проблем. Мы не убьем. Делай, да? Главное, чтобы пуги понимающие оказались. А у вас бы тут своих понимающих бы накопило, да? Ну один есть как минимум, ебать. Говорят, на босса одного мало. Говорят, он доставку заказывает. А ты заказывал в доставке пива? Блять, сейва мало, нахуй. Нет. Нет, центрального тоже, блять. В смысле, по доставке... Хуидо, блять. По доставке вообще алкоголь не заказывал, да? Дорого, не. Да, глупость большая вообще. Ну, типа, проще сходить самому, да, разливного взять чего-то. Конечно, блять, в два раза дешевле будет. Ну, и, да. Соответственно, в два раза больше. Поэтому, типа... Ты собираешься бухать, мне кажется, обычно это как-то, ну, редко спонтанно. Ну, у меня точно это спонтанно не происходит. Да мне вон, блядь, с деревни самогона завезли, нахуй, похуй вообще. Поэтому я такие случаи закупаю заранее. Нет ничего лучше самогона или медовухи. А жратва это чисто лень просто вообще. Не хватит работать самому, времени не тратить, усилия не тратить. Правильно, передернуть лучше. Ну если честно, да. Типа, если у меня есть возможность, то да, 7 путь я заказать. Типа не было, раньше помню, не было. Я сам себе готовил. Ну.
Сейчас подождите, вы спать, я еще нихуя не раскидал, там все как есть. Там этот кром плюсовал, вар. Какой-то там. Куда плюсовал-то? Хуй знает. Нет, кром какой-то про товар. Вон он. Да, да, я плюсовал. Сегодня прям рано, я думал 8 будет. Ты в 10 читал объявление? Да, я... Да. Что-то читал, потому что, блядь, поздно почитал. Да, бывает. Блядь, на кого все меняется, нахуй. Просто я думал, да, сегодня будет 8. 8 будет? 8 будет, мы в ТТГ просто передадим. Ага. Второй. На вторую не хватает. Ебать, это что, я шмотку получил? Жди 8 там, второй будет резко ссылка. Так. Чё, где эти, блядь, хант нахуй? Всё, подожди, я заналожу. Уф, какая башка с блоком щитом. Да, неплохая. Всё. Давай трейд, Адель. Че люлька раздаешь? Сопрот ему дала один. Я фласки, наверное, не буду раздавать. Типа, че тут ТТГ хуйня? Пейте свои. Ну, правильно. Очередора нет. Да я уже банк почистил, как будто там. В смысле свои. Дотки еще ничего своего нет, блядь. Дайте столик. Столик магии понеси. Так, ну. Так. Будет логановым. Жеченовка. Я его отрапицу сейчас. Все тут, в принципе, ладно, окей. Короче, смотрите, Юля, позанимайся диспауном максимально. И там, если что, don't pride, тут помогай. Я помню, если буду видеть, что. Окей, окей, хорошо. Короче, смотрите. Самое главное, выносите метки. Две метки кидаются рандомно на 25 человек, ну, кроме танка. На 24 человека рандомно на 2 человек будет 15 метки. Метки выносите сначала в левую сторону, ну, печеньки в крест, прямо в стену. Ну, не обязательно печеньки в крест, можете вынести там вот сюда, силочку поставить. Можете туда. Можно лужу в лужу вынести. Ну, когда две лужи будет уже условно, вот, допустим, одну лужу вынесли в печеньку, и вы еще вторую выносите в печеньку. Когда две в луже будет, то уже не выносите третью, потому что будет больно пробивать. Диспелить после, когда он приступит молнию каст, это молния скверный ебущий. Милики, теперь к вам сокрушающий удар, когда он кастует, ходите. Там такая порисовывается, если у вас плотный щит исключен, видите, зеленый такой фон. С этого зеленого фона просто выходите, чтобы на вас сокрушающий удар не ебнул. Дальше. Если там слева будет мало места, тогда уже вправо выносите. Если вы долбоеб там не успеваете, вынесите в правую сторону. Главное, чтобы эти метки в рейд не выносили, это очень важно, чтобы мы не сидели здесь, не вайпались. Потом, когда он кастует Каспер, выпутный ужас, я говорю, фир, значит, вы отворачиваетесь к этому боссу и ждете, пока этот каст пройдет. Прошел каст, дальше бейте босс. Все, в принципе, на этом боссе больше нихуя нет, такого интересного. Вроде все. Да. Короче, слушайте, все озвучиваться будет плюс-минус. Метки смотрите сами, потому что пока я их озвучу, там они 3 секунды висят. Вы должны сами смотреть. Осматривайте, где вот там премиум, VIP, вот этот, принадлежность орде и так далее, на кого не вешаются. Они просто вешаются через 3 секунды они, это, блядь, ну, разливаются. Поэтому следите за этим, мониторьте и сразу вносите их в сторону. Просто анонсить надо, что сейчас лужа будет, чтобы над ебальником смотрели своим. Сначала в левую сторону выносите, потом в правую. Там босс, если что, отведем. В РДД подойдут и так далее. А у тебя ДПМ тут работает? Аэробус. Не, я не ставил ДПМ. Да нахуй здесь ДПМ нужен? Ну, вот эту хуйню. У меня работает, я бананч. Метку, чисто метку и все, чтобы я... видел.
Давайте еще на полубах. Рыбу там поелись, надеюсь. Фай. Фэри то. Давай, мен. Ой, так ты, блядь, а чё тогда? Лапку еще попресту дайте. Блять, ну и пиздец, нахуй. Зандалары, блять, больше не ставьте этот вонючий тотем свой, нахуй. Никогда, блядь. Диспел. Метки вынесли. Одна вредит. Правее двигайтесь, Родине. Правее двигайтесь. На, где-то пиздец. Спиной закали фир. Блядь, не флудите много, милики отошли. Метки, мне падать надо. Много падаем, падаем, падаем. Вообще не выносят, да? Ладно, я вижу. Выйдите, Геру не давали. А. Метка скверная, у кого-то унивен есть, туда поставьте дебаф на себе. Да, ну, для тупых не метка скверная, просто над головой вашего персонажа такая галочка, нахуй, зеленая, ебать. Ребят, не флудите, пускай это вон серый позвучивает метку, потому что у меня ДБМ, я себе это ДБМ не скачивал. Я себе это ДБМ не скачивал, пускай он позвучивает один. Просто ники. Говори там по-быстрому. Метки и ники там. Люди входили. Локи порталы поставьте там влево, с левой стороны сразу. Ну, там можно портал тупешиться и выносить охуенно. Маги тоже самое с пучком. Если вы будете разливать это всю хуйню, мы будем вайпиться здесь. Босс очень простой. Еще милики, говорю, на сокрушающем ударе отходите от босса. Че вы, блядь, не отходите? Там прорисовывается ренжа. Включите плотность частиц, если у вас нет. Ну там вообще буквально надо просто на максимальном фрейме от него стоять, и когда он как раз кастует, он буквально два шага надо сделать. Давайте хавайте, фулбаф по рейду. Аспект вырубить. Герус пула, да, даю? Да, хт плэш и симметрол. Или... Каматрол хуёзный, тяник, так не читается. Каску по ханту дайте. Каску Пологи второй, по-моему. Всё, Арчем пул. По предстамбу касочку ещё тоже были, конечно. Паладины, ёбаный в рот, нахуй, вы чё там, блядь? Ну я кулаки МП5 раздаю, а хит сплэш на каску. Зачем вообще МП5 давать? Тут два всего паладина. МП5 уже этот тотем стоит. Ебите, блядь, просто кулаки и каски разбафать. На локе каски нету ещё. А на фкаш ты? На шаманах каски нету. И на шаманах, да. Блядь, шизпал, нахуй. Ну на фика, наверное. Хит сплэш, блядь. Да нет, это плэш, блядь, дай всем каски, блядь, в чем проблема? Может он не тут? Он без полипавера, блядь, или что? Не, у него есть, у меня высвечивается, что может, у него каски. Может он не в дисе? На ФК вообще вроде стоит. Он вот стоит, он двигается, я ж вижу. Ну-ка, вот чекни еще раз. Хэ-то плэш, если ты тут? Хэ-то плэш. Ему похуй его. Сплэш. Ему похуй. Не, он таргет и меняет. А нет, тут. Ну зато колба есть. Не знаю, Андрей, я вижу на тебе каску. Да есть уже, есть. На шамане уже, есть. Уже на всех есть. Все, Арчи, на полубав, поехали. На шамане я не вижу. И не пульте, блядь, хуйня. Да есть на тебе кашка только что, я смотрел, блядь. Есть на всех. Все, а чё, давай. ДБМ. Все, поехали. Нет, метки вынес. Контрол мини-вален. Молчу, молчу. Стоит в рейде. Да ёбаный. Камшот ёбаный. Ну да. Фир, спиной стали, тихо. Закройте рот, пожалуйста. Правее сдвиньтесь просто. Ну долбоёб, ну что поделать. Милики отошли. Я тут у себя буду без мини-валя. Здесь мел прохил.
Мася, дай БР по друиду, который хил. Диспал. Фир спиной стали. Блэкич Мася нет. Друид, который в пятой пати хил. Змейки отошли, да, и БР по Войтфюри. Люциус Милфхан. Фир спиной стоит. Да вы клоуны, вы даже, блядь, сколько ты там бегаешь, Фир, я не могу понять. Люциус Бэбин. Да уже все, нахуй, забей, какая разница, падайте. Ну Хан сейчас зафейлил. Стоял с меткой. На второй пати, который. Это просто пиздец, нахуй. С самого начала сказали смотреть. Ладно, похуй. Ребят, блядь, просто выносите ебаные метки. И когда я говорю фир, блядь, становитесь спиной к боссу, нахуй. Все, этот босс иди убьется, нахуй. Understandно? Если вы не будете разливать метки в центре, как долбоебы, все будут стоять в куче, и диспелить будет удобнее. Будет больше времени на хил. Но это так. Вообще два раза молнией шотнула, просто цепнул. Я не могу шотнуть. Невозможно. Шотает она. Возможно, все на шотает, если там не спали, просто так поярит. Чем больше цели, тем больше она дамажит. Там три цели максимум. Ну, на последний там, ебать, если нет, взял дамаги 25. Все, давайте, блять, вы давайте вы закройте рот, или вас всех замутить нахуй. Ладно. Заебали нахуй пиздец уже, слишком много нахуй. Пиздежа не по теме. Лучше, блядь, думайте, как лучше сделать. Давай, чё-то поехали. Ох, метки вынесли быстро. Фир отвернулись спиной с вами. Диспел. Мильки отошли. Мини-валик. Метки вынесли. Фейри, королева. Фир спиной стали. Котяра, дай БР по блэку. Милики отошли. Прибахните друида. Бэби, котяра. Левее твоху босс. Фир спиной сталик босс. Милфхант инсейл. Хил диспел. Милики отошли. Вернули. Люцифер блэкич. Фир спиной стали. Не спал. Люцифер. Люциус пос. Люциус выбежал быстрее. И тотем потом тыкни на ману. Правее смеси. Милики отошли.
и встали спиной. Кратос. Ондра. Блять, Кратос, ты можешь в другую сторону увидеть? Немножко босса. Диспел, 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 диспел. Дай ей сбаун. Бэби, Барбарос. Блять, я уже не успею в правую сторону увидеть. Левее сместитесь, пизда фирма. Давайте перебежим, может. Да, перебежите немножко. Минивэл. Метки, минивэл вынеси быстрее. РДД станьте туда, в комнату, подальше. Просто нормально должен. Диспел, диспел. Блэк, дай иннер по Dotten Pride. Мы бежали милить. Фир сразу. Спиной. Люца свой. Спиной стали фир. Милики отошли. Фаритон don't play do. Забивайте. У тебя лут групп стоит. Ну сейчас поменяю. Я поставил уже. Ну, чё это? Бля, я уже надел. Ты даже не сгорел. Две перчатки на хабала, которого нету. Прикольно. Да. Опять эти, да, опять эти перчатки на хапал, да. Две пары перчаток на хапал, охуенно, блин. А две руки, ну руки же две, правильно. Перчатки две, наверное. Да, блять, это пиздец, нахуй. Вот это лоуд. Я уже думал, это кастерские. Так еще и говняные, блять, с говняными чарками. Просто бесполезными. Не, ну крит исцеление эффект нормальный. Ну это норм, но это все. Крит исцеление, да, хороший. Все равно хапал, нет? Люксерона или собаку? Люксерона. Люксерона, собака, блять, я не знаю, нахуй. В этом рейде, походу, невозможно будет убить, учитывая, что люди делают на этом боссе. Собаку в 15 человек убью. Да, ну если, как бы, будут люди косячить, просто будем кикать их, да и все, и кто останется, уже нормально, это мы уже заберем. На последний. Это плохая чарка на холле Пауэр, кстати. Бесполезно. Я в луп посмотрел, там только одну-две шмотки можно взять отсюда. Если возьмешь такую шарку, то... Блять, мне, короче, мне тут фаст-мажор, нахуй, мне 2 минуты надо отойти. Можете давай объяснить, пока там что делать? Сейчас я приду. Доставкой? Да, да. Запьем. Так, что тут у нас? Это было смешно. Я не могу быть реалом. Что делать, блять? Ну там какая-то рага у босса копится, нахуй там бьешь, короче, на 50% стопаешь, рага сотка накапливается, он дает обилку, потом переводим, даем геру, потом бьем босса, потом появляются бублики, из них выходим на длинном косте погружения во мрак, заходим в бублики и выходим в конце коста. В бублике хил снижен на 80%. Не бублики, а пончики. Похую. Паладин второй возьми тьму. Или я первый. Ватрушки, пончики посрать, нахуй. Полусферы, блядь. Надо еще будет духа выносить, взрывать. Вредя, не, это уже. Это уже 300 IQ надо, нахуй. Лучше это не рассказывай, блядь. Ты че? Может, ДПС хватит. Это личная информация для них, это сделаю я или кто-то из фронтов, это, ну. А как ты это сделаешь, если они на тебя не полетят, блядь? Почему они на меня не полетят? Да они цели станет и все от портала. Ну если они полетят в танка, то да, конечно, меня там нету, блядь, ты гений. Ну, а где портал появляется, РДД, кстати? То я могу... Рандомно. Или под боссом, или за нами. Нет, то еще по бокам может стоит быть тоже. Ну это условно, типа, все равно, как считается, типа, ну или если сзади появляется, то в танка пойдет, если с той стороны, то... Дальний от портала, короче, да? Я думаю, это понятно, да. Я словить могу, если от портала будет. Тут не надо тактику знать. Тут это все хуйня. Я
Я давно предлагал, не знаю, что они захотели. Я могу, допустим, стать за танком, за боссом. И в танка по-любому не пойдут сфера. Они либо в меня, либо сюда, вот РДД ближе к выходу. Это не является большой проблемой, просто там фрейм босса большой, там можно бить. Свободы больше. Там можно бить, и не заходя в эту лужу, спокойно. Это все залупа, тут не надо тактику понимать. Это все хуйня. Не, там, ну, там... Там даже когда эти духи разрываются в эту лужу, там на милике даже отходить не надо от босса, если на макс нажать. Да. Поэтому это не проблема. Нет, это волноваться стоит. А тут вообще проблема. Волноваться стоит о том, как правильно дефы сдать на вот этих прокрутках. Вот это стоит волноваться. Больнее всего третий, четвертый будет. У нас три приста. Два эрпала. Ой, да, ну да, два пала эрпала. Да под первый каст, наверное, ядом, чтобы мне там по четвертый, под пятый откатило. Это ты про сокру, да? Это я про Т4. Т4, понял. На первого не надо сдавать, на первого не прохилят, мне кажется. Наоборот, первый сам жесткий, на второй можно не сдавать. Все, я тут. На первую будешь сдавать из бамты, и потом на ласт файте, когда я скажу. Дим, когда мне дать? Сейчас все скажу. Вы говорили вообще людям, что делать плюс-минус? Да. Да все знают, ну, уже. Не расстав... Ну, дефы не распределяли, а тактику рассказали. Сейчас посмотрим, как исполнен, блядь, и все. Если что, в хилас. Так. Хэтэплэш, забери первое мана тьму. Отдай ему бобер. Когда это скажу, дашь мана тьму. А, окей, все, вижу. Бобер, ауру на каст. Потом, короче, когда дашь ма, бобер заберешь у него тьму, хэтэплэш заберешь ауру на каст. Первый хэтэплэш дашь ману тьму, бобер второй. Дальше. Первый гим будет давать дотка, второй Юля, если что. Айсбаунд в начале. Блять, у нас больше нихуя нету, по сути. Мы идем прайд только. Ну, второй каст походу... нормально выхиливается. Второй там просто надо... Не, это понятно. Я про вторую фазу. Там просто человек, который сферу закрывает, прожмется. Идон прайд. Ладно. Идон прайд, думаю, хули присел, чтобы пускай хили. Так, рыбу хавайте. Можно Кратоса сейчас пихнуть там. Все равно не домашний. Т4 даст. Просто don't okay. Это бы желательно побольше ДПС, чтобы успеть залить. Там, короче, когда будет каст, если что, скорее всего, он по-любому будет, как он там называется, не помню. Погружение. Короче, я дам анонс, зайдем, блядь, там такие будут фиолетовые бублики, пончики, не знаю, как кому лучше. Фиолетовая такая вот зона, короче. Под конец каста, даже не под конец, где-то на 70% каста заходите в этот бублик, чтобы вас не шотнуло. В этом бублике кидается сало, если что. Вы после каста сразу с него уходите, потому что вы будете встанете. Только это, не сразу выходите, там такая анимация будет, что типа пролетит что-то там через секунду после каста. Потому что если выйти сразу, вас просто убьет. Давай, Серчи, на полымав, поехали, посмотрим, что люди вообще делают. Мне кажется, давай, что? Есть там вариант. Паладинов пока нет разве? И служи ебаный, выходите, увидите, там такая фиолетовая хуйня. Поближе ставьте, чтобы прям вот духов ловил. Эти совы, вот это все. Бентли, Геру там сам дашь. Да. Ты знаешь, куда давать. Вот первый дадил, Азбан. Да. Вот сейчас смотрите, зона будет. Давай, ей манать мужми. Мили зону подошли. Подошли, вышли. Блять, люциферно. Вышли милики вышли. Все, пошли бить. Не надо его бэрить. Бесполезно. Отдай ма этому бабу. Мы уже поменяли близко. Давай, ма. Прохил. Я ловлю. Черняти. Не на меня почему-то. Рибав по логи дать. Нет, не на меня. Локов Fire Tools прохил. Сейчас готовьтесь. По одному взрывай, не сейчас, бери. Сейчас будешь гимн на хп давать, Андрей. Хорошо.
на дыхание. А Геру тоже можете дать? Не-не-не. Давай Геру возьмем. Вот сейчас взорвали уже, все сейчас дают. Область сейчас будет. Милики вышли. Потом заходим обратно в Мелизон. Зашли, давай гимн на ХП. Даю. Бля, я прям вот это не стою. Бать подъебало. Прижимайте себе курс. Бу-бу-бу, пиздальки. Должны вы. Бейте, бейте. Бейте, бейте, может еще. Есть шанс. Пончики, пончики вышли. Не, падайте. Нормально, мы еще можем. А не, еще успеть можем, можем. Нормально. Ну ладно, бейте, но если вы прохилите еще. Это 4 последочка. А нет, я уже... Послед... Заход, сейчас заходим, зашли, зашли. Ну, уже пизда нах. На станку умер уже, все. Ну, можем. Го, попробуем не сейвиться два дыхания первого. Ну, первое, типа, да, зачем? Первое можно, в принципе, прохилить, теоретически. Оно должно прохиливаться. Потому да. Что щиты не спадают ни с кого, на всех должны быть щиты, на всех вся хуйня должна быть. Типа сейф нужен наконец, на вас все. Не, ну один сейф все равно на первый надо, потому что там если хилы будут бегать, там же ну, этот пончик уменьшается. Как по мне, самые сильные сейвы, такие как Т4, нужно сдавать тогда, когда больше всего урона мы получаем. Третьего. Это, соответственно, на второй фазе, когда он крутится с этими черными, ну когда еще сферки на земле лежат. Тогда а третий самый больной. Второй да. Там типа ничего кроме дыхания нет, просто захерить надо. А вот на третьем, да, там вот эти сферы лежат, пончики, там, ну там пизда. Еще мне кажется, вот это надо давать самый сильный деф, который у нас есть вообще. Вообще, на второй фазе надо в рейнджом не уходить, потому что это, там метка на танк кидается, он тоже вокруг его вешает. Угу, да. Потому что этот касс предугадать нереально. Не, ну ДПС нормальный, в принципе. Думаю, должны закрыть, сейчас люди придрочатся. Дайте рыбку. Так, еще раз, самое основное, смотрите. Первая хуйня, которая каска. Давай ты таланы в пизду из манки будешь давать. Будем пробовать ама и... Не знаю, гимн ХП попробуем. Особенно там... Возьмите огурцы, нажмете еще. Давай я в доп хилл. Маги нажмете свой ТД в какой-то. Не надо, на ДПС тогда будет очень мало. Ты даешь 14 тысяч, это нормально. Нельзя тебя в хилл аспекать. Так, смотрите, короче, когда начинаем бить босса. Смотрите, на первой этой хуйне дыхание мрака. Вместе с ней там плюс-минус будет лужа. Смотрите, где вот эта вот фиолетовая хуйня появляется под ногами. Внимательно смотрите за этим и выходите. Потому что если вы не будете выходить, плюс дыхание мрака, плюс эта хуйня, вас шотнет скорее всего. И хилы вас не прохилят. И еще один момент я тебя в этот добавлю. Там, когда вот этот круг появляется, иногда может быть сфера. Так вот эту сферу все равно нужно закрыть. Это должен сделать кто-то под прожимкой. Типа маг в блоке, я в диске, там я не знаю, кто еще что может. Там баллон. Это лучше... Это... Не, если не закрыть эту сферу, это вайп будет под эту хуйню. Она по 10к хуярит по рейду. Он задует нас. Ну типа еще в куче не надо стоять, когда пончики резают. Потому что я думаю, вряд ли все на дебафы будут смотреть. Типа ренжу хоть немного наберите, чтобы вы успели выбежать, когда пончики появились. Не, просто, да, блядь, все это хуйня. Вот просто станьте, блядь, вокруг вот этой хуйни, вот плюс-минус, вот печенька кресло. Вот примерно вот в таком расстоянии, ключе. Вот плюс-минус вот так вот станьте. Можно там по кемпе по 3-4 человека. Просто выходить с этой хуйни и все. Одну этому хуйню ты перекроешь, он пускай вот жидоска перекроет здесь по этому еще кто-то на косте. Это не так важно. Ну да. Потом там, потом, допустим, войд там по дубовой коже и медведи там. Это тоже можно сделать. Ну это нужно. Главное слушать. Главное выходить с этой хуйни, это самое важное, когда кидается. Ну и давайте на первую тогда ничего не будем отдавать, а начнем со второй эту кайма давать. Чтоб у нас есть маунт, на третью. Не, даже. Ну да, на вторую ма дадим. Просто давай на третью есть маунт. Нет, есть маунт я буду оставлять на конец нахуй. Когда там опять идет каст вот этой хуйни, ебаной, с этими лужами, и дыхание мрак. А он не от кдэшится разве, если там вначале, да, допустим? Не успевает он кдэшит. И вот сейчас, когда мы умерли, только от кдэшит. Тут бой очень быстрый. Босса 30 ляма всего лишь. Все, давайте рычи на клубах. Наши люди все равно смотрели тут.
Вы какую-то хуйню делаете, потому что полный. Давай, отчет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Ну мне сверка, я закрою ее, если что. Угу. Камни ждите, если что, синий выживает. Просил, просил. Сейчас мили готовимся выбегать. Мили выше. Все, дальше мы. Вой, закроешь сверху? Давай, ману тьму. Забери. Забывать, забери тьму. На танка пойдут. Можете Деру сразу дать, тогда 50% будет. А, не, не в танк, смотри, куда-то пошли. Просто. Не, не ой-ой-ой, это грязь. В приста пошли. В дом, в дом-то пошли. Дай им зубы, ё. По одному взрывать. Сейчас область будет. Велики отошли. Вон там, тут, все нормально, нормально. Из баунт, наверное, последочка. Да. Пончики вышли. Пончика. Давай, из баунт. Ну, мана тьму жми. Гимн на хп еще сдал. Прохил. Дамажите. Область. Потом каст. Каст. Сейвы с меня жмите и зажмите эту хуйню. Огурцы там, что-нибудь. Прохил, прохил. Дамажите, дамажите, дамажите. Да, дамажите. Каст пошел. Готовьтесь заходить в кончик. Зашли, зашли, зашли все. Все, дамажим, дамажим, дамажим. Блять, не добьете, ну. Пильте, пильте, может добьем. Я на полтора мульта, я столько не добью. Ну да не один. Мы вдвоем. А не, не добьем, там еще больше. Держим его, держим. Ой-ой-ой, пишет, 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 пишет. Не, надо одного фила еще спекнуть, наверное. Чуть давай, давай, блять, получше будет, наверное. Давайте друида, может спекнем, если у него что-то есть. Ты в ДД имеешь в виду, блядь? Что получилось? Сейчас убьем, сейчас убьем. Ну, вот, да, спекайся в хила, потому что там вот этот вот шаман, блядь, это не хил, нахуй. Ну, он сдох просто. Ну, сейчас, давай, саппорт. Давай посмотрим, рабочий. Что будет. Это вообще какой-то пиздец. Лох, не забудь кинуть проклятие стихии какой-нибудь. На свой вид. Через чат иду минуту. Поставьте еще огурцы. Если честно, я всегда бы, наверное, хилам давал саппроту. Просто 5 саппротов, чтобы они не умирали. Потому что если умирает хил, то это жесть. Сразу про хила не хватает. Наверное, надо Геру чуть это попозже давать, где-то на 45. Ну, примерно, ну, я как по ХП вижу, надо давать примерно на 14-15 миллионов. Не знаю, сколько это. ХП. На 40 обычно дают. Ну да, вот 40-45, мне кажется, самое нормальное. Типа. Раньше. Сейчас я посчитаю, что это. Ну да, да. Где этот? 35% надо давать Геру. Это получается то, что я и сказал, примерно 15 миллионов. Он минуту сказал, отойдет сейчас. О, он заходит уже. Потихоньку к собаке подбираемся, вот там трэш начнется. Давайте справимся для начала. Мне с собаками сложно. Локи, дайте СС на кого Бог пошлет.
Ну, мало ли пригодится. Для тех, кто тут уже был, наверное, раз 10. Ну, на кастере стоишь, бьешь. Да, да. Можете прям на себя дать локи. Надо чуть подвинуться в один момент и все. Может, еще делать тебе надо. Там на милике грязь. Давай, серщина голова. Самый. Каску дайте. СС по танку может дать, но он не должен умереть у нас. Путин. Ну его шотало, кстати, я помню, когда мы в прошлый раз ходили. Ну да. Пару раз. Это ну, танчик тогда танчил, а не... А, ну вот, вот. Потом я наоборот зашел весь в 40-м жу. Каску по ДК дайте, по танку. А можно эти огурцы? А, вот вижу, стоят. Славик, ты спекнулся? Угу. Все, давайте. Огурцы, надеюсь, все взяли. Нажимайте их, не забывайте, вон там у кладжу сами стоит. Это полезно. Починюсь по одну сторону. Давай, отчеты, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Милики, отошли. Фера в мили закройте. Отдыхаем. Тут пружинка что-то. Я закрыл подложную. Угу, ясно. Хуёво. Я бы упал сразу. У нас ещё, кстати, ДЦ вылетел. А, нет, да, он умер. Это я хули. Это хули. Всё, тихо. Ладно, падайте, пизду, не хильте. Это хуйня полная. Падайте. Можно и вейт сделать, пошлите вейт сделаем. Геру не давали. Геру не давали уже, нормально. Только прохиль. Ну, у меня плесение. Я не успел набежать до этих хуйни, я понял. Тотема уберите. Быстрее! Там тотемы будут душить до последнего. Да сюда идти, блядь, так ты его танчишь там. Я тебя хилю, блядь. Проще было сдохнуть всем нахуй, чем это эвейда заниматься. Ну кто знал, что так долго? Вы глазками-то смотрите, если сверка в миле. Да он встал-то с этого СС. Дело не в этом, у нас помимо него еще два трупа было. Если не три. Мы там. Взрывающаяся тьма, вот эта вот хуйня, люди нахуй с черной хуйни не могут выйти, блядь. Дайте еще огурца. Ну если этого босса мы сейчас запинаем, заковыряем, блять, на следующем просто они конфликтами нахуй будут убивать нахуй. Тыкните. Ну я предложил, если надо будет кикать нахуй. Кикать просто и все. Если человек не хочет ничего делать. Черные кругляшки на полу, ребята, с них выходить надо нахуй. Иначе там 20 тысяч. Давай, короче, на полу. Короче, на полу. Да ну нахуй, ой. В натуре, блять, знать надо нахуй. Ну давай, давай, отчет поехали. Все хорошо стоит. Мне мало, да этот, потриксуй, пожалуйста. Там первым на пол. Давай, главное, остальные в меня скинули, меня все триксы покинули. Милики пошли. Все, милик пошли, брат. Прохим. Да, нахуй.
Ниал, а че ты ложный выход не нажимаешь? Ну, БР есть, если че. Поможно дать пока. Сферу. Блэк, дай по Фейритрору, Войд, дай по Минивеллу. Мася даже по... Под гимном чел умирает. Симметролу. И все. Когда дайте БР. Бей на тебя. Я знаю. Бобер, забери, сейчас будешь давать. Она. Перебахните, кто говорит. Давай, Мася. Ходи быстрее. Да, все, работаем, работаем. Гера можете дать? Трэш захочет. Давай, чуть-чуть назад. Давай, давай, Гера. Скажешь, когда? Мили зашли. Свышли с этой хуйни. Прохил. Дай гимн на хп. Вот, минус. Ой, больно. Не задай избаунт, избаунт. Огурчики сейчас самое время кушать, мне кажется. Кас пошел. Готовимся заходить. Зашли в пончики. Зашли, зашли. Ну, понял. Решил бить. Убейте. Попробуй вывести отсюда. Можем, можем. Еще как можем. Ебать, не, не можем. Не, нихуя вы не можете там трэш убивать. Да не трэш, пончики убили меня лично. Там и сферы тьмы вот эти бьют, наверное, их... Там сферы, сферы хуярят, надо сферы забивать. Я мультидотаю, кстати. Давай, давайте свечи. Оно... Так что, что, блядь, свечится, если они умирают, нахуй, понимаешь, блядь? Нам некому свечиться, нахуй, понимаешь? Ну так это когда они уже расплодились, посмотри, сколько их. Вначале раз появились, свечнулись, убили. Бьем дальше. Да, сферы и башат пиздец, ну. Потому что они не все находят. Все выхирают пончиками и так все становятся. Ну я скажу, что надо на них попробовать побить их. Так вы хотите их убить, если вы их никто не бьете, блять, мне просто вопрос. Ну, говорю, это сейчас попробовать. Вот так это выглядит. Просто нам чуть-чуть ДПСа не хватает, чтобы добить. Поэтому, наверное, придется сфера свечиться. Ну, маг он бьет. Ну, он, наверное, кливом бьет от Т4, наверное. По-любому. Чувак, чем ты бьешь-то? Когда не одну сферу я убил, потому что, блядь, вот эту круглую я закрывал, и в ней прям заспаунилась сферка маленькая. Поэтому я свищнулся, убил просто так. Ну а так, по уешу, да. Ну я тоже уешу, я накидал там в милю. На 30%. Закидал даже. На, блядь. Вы вообще, можно минуточку? Вы вообще не видите, когда на вас кидается дебаф и под вами разливается вот эта сфера фиолетовая? Нахуй вы выносите, блядь, сферу в сферу? Ты когда туда заходишь, тебя просто убивает уроном, потому что они стоят друг в друге. Ну как вам тогда такой момент, что у меликов было сейчас 4 сферы в одной? Стать вокруг босса. Я не про это, я про то, что они какие тупые долбоёбы. Что, всё, смогли, закройте, нахуй, закройте, пожалуйста, рот, нахуй. Вы сами их, блядь, так выносите, блядь, тупые долбоёбы, блядь. Рот закройте и всё, нахуй, заебали, нахуй. Вот, спекнись обратно в свою. Реально, блядь, твои вот эти, блядь, отхилы, это вообще пиздец. Дай, пожалуйста, игрушку. Ты чё, меньше, чем тот друид, блядь? Тыкните, пожалуйста. Нажмите все около креста, и огурцы возьмите. Блять, как звезды сойдутся нахуй. Куда меньше, блядь, ебанет. Куда больше ебанет, нахуй. Шарище, блядь. Арчи на плавах. Минимал, первый даешь триксы по чье, потом меня триксуй, пожалуйста. Хотя я лучше по афлику дам. Чуть ближе подойдите.
Что порчу закрепил еще? Ты почьё, потом это. Все, давай отчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Паладин и шилдик с камень на себя кидайте, блядь, священный щит. Мне гимн под первую сдавать? Я знаю. Хорошо. Мили вышли. Мили сейчас вышли. Котяра, дай БРП на ухенту. Сам ждал. Падать не надо, бейлись. Уже потратили БРП. Блин, ну хорош, да, вставай. Да не хуйня падать. Команда была уже дома. Ой, блядь, либо на цирк нахуй. Не, ну Милфхам, конечно, все понимаю, но просто отдохнуть от черной залупы в РДДшнике, мне кажется, это кринжово немного. Ну это просто уже никуда не лезет. На ханте. Это ненормально, блядь. Тяжко с такими хилами, тяжко, знаете, люди, которые еще не выходят с лужи. Ну, люди много урона лутают. Ну, я тоже подошла, уже трай начался, а там первый раз. Без шилдов были люди. Не старайтесь на тютельку стоять, вот этой луже черной, потому что у нее фрейм чуть-чуть больше, чем оно видно. И оно вас дамажит. Люциус, хиль хотя бы танка, пожалуйста. Хотя бы, блядь, танка не уронить, пожалуйста. Там орешки, блядь, быстрена, волна исцеления. Может, ты 10 одеть нахуй, если у тебя есть. В чем ты там вообще бегаешь? В Т4. Я же говорю, там Белла на 35%. 30-35. Чего по процентам смотрится? Чем больше ДПС уровень, тем они позже влезут. Тут, наверное, не от времени, а от процентов, да, типа, зависит от этого. Нет. Босс, чем быстрее сливаем, тем быстрее вылазит, не? Ну, там, чем больше раги у босса, тем он использует эти косты. А рага из-за чего? Из-за того, что мы в пончиках постоим, или урон получаем какой-то? А хуй его знает, я не удавался. Просто применение способности. Все, все, тихо. И выпейте нахуй сапрот, я не знаю нахуй. Кто особенно джекает нахуй? В первую очередь. Арчики на полмаф. Камни возьмите вот тут. Они уже пропали. Или их не было, я не... Он поставили нахуй. Камни возьмите еще. Ну что там? Пристав кашет. Донт. Вроде тут только что делалось. Хоть зашелдует тогда и поперли. Давай чёрт, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Охуенно. Медики-то шли. Не, БРСик, да.
Да ебал в рот, что это за цирк, нахуй? Не, надо сейф давать, хотя бы ему открыть, но вы не проживаете, нахуй. Говорю, лучше построение давать, а под первый дать. Подлетите. Типа второй это АФК, хилы могут хилить это время, а тут могут бить. Подлетите. Я хотел мант дать вообще там на четвертый, пятый, нахуй, два штуки. Есть мант, постоять. Получается, на первом он типа лужу кидает и крутится, на втором он просто крутится, на третьем он опять лужу опять крутится. Нет. Не? А, ну вот, мне просто интересно, типа вот... Ну, а нет, вот третий он просто... За 3.5 секунды при этом себя за все это время похилил одной быстриной. Больше его никто не хилил. Вот шаман умирал. 3.5 секунды. В нон-хиле. Вообще полным. И вы спрашиваете, чё я, блядь... Чё, я умираю, нахуй? Блядь, смотри с абсорбом, нахуй. Если вы до сих пор не поняли, нахуй. Вон, смотри, вот тебе абсорб, нахуй. Что? Со скады, блядь. Блядь, не туда линканул. Ты туда тоже считает абсорб. Не, абсорб ничего не было. Вот, вот так просто можно посмотреть и все понять. Вот так можно посмотреть, сразу все понять. Кстати, у королевы, у Юли почти такая же ситуация. Ты себя... Вы не хилились 3 секунды где-то, вот вдвоем. Вас не хилили, вы не хилили, не знаю, как хотите говорить. Посмотрим. Хаватеры. Не, ну шаман мог не хилиться из-за того, что этот. Он бегает, а сам себя не мог. Что как раз вот. Там не, одновременно ну, дыхание и слушать бежит. Ой, ты где там проебался? Это-то не понятно, могу. Что ты на ходу хилить не можешь, но почему тогда вы умираете, а остальные не умирают? По такой же логике. Не знаю, вы там близко к мили не стоите, хилы? Что еще мили типа, дополнительно бьет от меня. Хуй, может сапроты я выпить там? Пожми. Пацаны просто... Выпейте, я считаю, что вам нужно сапроты выпить. Фласки зажали просто хилы, наверное. Сколько людей с сапротами вообще, посмотри. Чекни по аддону. Вряд ли он у Христа есть, кстати, он мало умирает. У друида только что выпил. Хули там чекать, нахуй? Не знаю, 13 человек, а нет, даже меньше. Да это 15 человек. Вообще выйди у трех хилов есть сопрот, кстати. Просто люди не выходят и все. Ну да. Выпину же фласку меньше. Ну, типа вот эта вот волна, которая появляется черная, она всегда в одних и тех же местах. На ветер чё наплываю, отдашь гимн на хп на первый, блядь, и ману типа. Я так отдавал, кстати, все мы умерли. Камни возьмите все, и не забывайте про камни нажимать. Все, чё, давай, поехали. Таргетов много, это что, десятка, Мелики зашли, зашли мелизоны быстрее, прохилка. Эмана тьму жми. Вот из сферы только что-то выше. Майся, дай БР по друиду, друид даже дай БР по блэку. Рибахнули друида быстрее. Прохил. А чё сферу никто не закрыл? Ой, сзади тебя. Ёбаные вы рахиты нахуй, пиздец, блять. Люцу сам стань. Станет я рыбал, да? Ну нету, походу. Мне надо осмели, короче. Блэк, дай БР по войду. Ещё раз сейчас рыбал. Заберите, мол. Рассоситесь чуть-чуть, кастеры, чтоб кончики не снимут. Сферы бьём? Там сферки появляются, да. Геру, давай. Задал. А, вижу. Я забанил сферу. Кончики. Выходим, слушай. Вышли, слушай. Эман на тьму, давай. Там сфера, надо закрыть. Камни жрите. Закройте. Нет, пизду нахуй.
Не-не, нормально, нормально, побьем. Сейчас смерть. Тут две сферы. Каспар. Еще зашли, зашли в облик, да, из баунт? Не успею. Да не нахуй. Ну не выходите сразу, говорю же, Каспар проходит секунда и потом выходите. Он шотает просто. Ник- никто закрыть не может, блять. Может, не миликом побегать, позакрывать? Сферу сейчас. Сложно сейчас много, вот пару человек умерло, потому что сферу возле... Предлагаю под первый каст миликом вообще отойти от мили-зоны. Нахуй с ним, раз вы не можете, нахуй. Я нажму ложный выпад и побегу на спринтах. Нахуй позакрываю, блять. Я побежал, блядь. Поздно было просто. Я под первый каст предлагаю с другого. То, что вокруг меня уешка идет, то есть типа милики от дыхания плюс от меня одновременно получает. И это только под первый каст. Сходит это. Заебало сидеть вайпаться из этой хуйни уже. Я не знаю, что мое мнение, очень хуево отдаются дефы. Ну, типа, пиздец, я... как больно. Либо хилы не хилят. За фулбой, типа, я почти лям урона был парейду. Просто это такой... не дефы хуево отдаются, это хилы не хилят. Ну как, недостаточно хорошо хилят. У тебя ну, не все, не, не, не все хилы, но... Не все хилы, я... Ну, вы поняли, короче. У тебя шаман, который пу уже просто... Только-только дыхание, все его нет. Как и твоего ДПСа, нахуй. Да-да-да. Ну, сиди, не пизди, нахуй. Да, реально, блядь. Чё, реально, посмотри, 23-й сдох. Чья бы корова мычала? Какой-нибудь паладин может дать мне фридом, когда я скажу? Я попробую с этим дебафом отойти. Кому дать? По танку. Когда скажу. По че? Че? Поставь еще раз огурцы, пожалуйста. Вот, какой-нибудь мармаровский. Огурчики — это тема. Мне приходится в дев-стойке бить, чтобы с такими хихуами что-то будете делать. Всё, блядь, Пека, помолчи на. Чё? Ну, давай, чё ты поехали. Скажешь, когда фридом. Скажу, да. Сейчас фридом. Кидал? Да. МА гимн на хитах. Не могу больше. Прохилить донт. Прохил. Так, сейчас милики вышли. Милики вышли быстрее. Я закрою. Все, милики пошли бить. Я закрою. Неужели, молодцы. Подойдите поближе, чтобы если вы не хотите духов ловить. Да, я могу. Нет. А да? Прохил. А хуй ты из сферы вышел? Ебать вы типы. Кто вышел из сферы? Какой-то тролль. Ну я видел только что, да. Ну я не увидел кто, но я видел, что происходит просто. Вы клоун или что нахуй? Вы можете стать нахуй, вот же дотка, я не знаю, Бентли, Вейт Фьюри нахуй, блять, сами нахуй, закрывать эти ебучие сферы нахуй. Я стою сзади всех. Если там какой-то долбоёб стоит нахуй, встаньте, блять, просто и закройте эту хуйню. Чтоб мы не падали на каждом этом мраке ебучем. И не падали вообще, закрыли твоего ёбаного босса нахуй. Падаем или бьём? Он приз нахуй, да он тоже бегает, закрывает нахуй в мелизоне, блять. Падаем, конечно, падаем, блять, хуй. Пол рейта лежит, блядь. Заебал уже эта хуйня, нахуй. Ну, понимаешь? На кого вы, блядь, надеетесь, нахуй? Если люди не поняли, блядь, до сих пор, нахуй, зачем мы падаем, блядь, они не поймут, нахуй. Вместо того, чтобы пиздеть, нахуй, пошли закрыли ебаную эту, блядь, хуйню, нахуй. Чтобы не умирали на каждом дыхании атаки. Он ее сначала ловит, а потом с нее выходит. Как и что? Но он не шарит просто человек, давайте. И что? Он не понимает, нахуй. Возьми, подойди, закрой еще один. Ну как мне это сделать, если он уже... Дело не в этом, я стояла рядом, я видела, как он вышел. Я успела в сферку зайти, но там уже человек 5-6 сдохло за это время, побежала. Я тебе даже могу сказать, кто это сделал, нахуй. Скажи, в чем проблема. Люцифер, нахуй. Ну вот. Тролль был, да. Не знаю, тролль не тролль, он кто он там. Да, тролль.
Поставьте джипса, у кого есть. Ну, стоит, может. Да, Люцифер это, конечно... Просто мне-то похуй, блять, я ложный выпад нажал, мне поебать нахуй, даже если вы не закроете эту хуйню. Ребят, поставьте джипса. Стоит уже. А, маг, конечно, это пиздец. Вот, прыгнул. А, все. Посмотрю. У нас танка охраняет каждый пул. Причем в прямом смысле слова. Маг 3К ДПС. Интересно. Все, тихо. Фулбаф дали? Вообще на пулы поехали. Какие 8-2? Сейчас сразу. Закрывайте просто, блядь. Он втроем нахуй все. И Блэк он еще, блядь. Четвертый нахуй. В помощь. Ну. Я закрывал. Давай, чет, поехали. Огурцов нет. Тебе не помогут, нахуй, конкретно тебе. Ну да, без огурцов 24-й по смерти. Спокойно, спокойно. Сейчас немного побегать. Первое, надо долить. По закону. Я не уйду, нахуй. Гимн на хп ману, типа нажми, мили подошли. Прохил. Ханта проебал. Слышь? Котяра, дай БР. Ребаф или ханта? Бантли его задеваю. Или сфера. Закрою. А чё вы там, блядь, пятером стоите? Вы чё, прикалываетесь там? Я со свахой, честно. Прохил. 5 человек стоит закрывать сферу, 5 в мили сферу. Вон Крата, стой нахуй, закрывай, блядь. Будь полезным нахуй. Зайди это прямо в сферу, стой. Не в меня. В ханта. Ханта идёт. Он притворился, сейчас дыхать начнёт. Видите кто-то? Ему похуй. Ай-яй-яй-яй. Ну он взорвал в сфере, тут невозможно стоять. На краю стойте там. Ой, дай БР по нему. Ой, дай БР по нему. Да тихо! Да вы заебали нахуй. Геру. Бентли, встань, пожалуйста, если есть. Это все, сдай Геру. Мили вышли, мили вышли. Че, Геру дадите? Зашли, Геру дай. Спончик. Сейчас будете манать, тьму давай. Все, кибаем, манать, тьму давай. Прохил. Сферу залейте, прям у хп осталось. Забили ушел. Еще сферы новые появились. А, с мили нету рядом. Пончик на нас ради. Пончика, выйдите, мили. Сейчас, пош... Готовьтесь. Готовимся заходить. Зашли. Зашли. Наверное, надо Геру позже давать, типа, когда вот эти сферы появляться начинают. Типа гера уже заканчивается, а сферы дамажат, и ППС не хватает, чтобы добить. Рано даем. Я не понимаю, зачем вы идете закрывать ебаную эту... То у нас была проблема, что никто ее не закрывал, а теперь вы в нее в пятером идете и лутаете дополнительный урон. Ну я просто не понимаю, нахуй. Ой, блядь. Ты знаешь, что сфера по одному бьет, кто в ней стоит? Нет, ну, а ты уверен в этом? Кто она по всем бьет. Ну, я типа стоял, по мне урона не шло. Блэк. Значит, ты успел выйти там или что, нахуй? Она там должна по всем хуярить. Мне больше всего понравилось, когда вы втроем хотели в лужу зайти, где сфера стояла. Вот это мне больше всего понравилось. Это было классно. Если туда не зайти, тогда все вайпнутся. Я понимаю, но втроем туда заходить, это отлично. Я зашел, потом ко мне кто-то подбежал. Я увидел, что он взорвал лужу там. Я понимаю, что... Блядь, тяжело. Это... Тяжело, нахуй. Реально тяжело, ебать. Пожалуйста, Чермет, встань дальше всех. Христа ради, все глыбой поймаешь и все. Умоляю. Я могу это сделать. Просто, ребята, какой же пул, вы не можете подойти ближе. Я не могу бить босса, стоя дальше от вас, когда вы на максимальной ренже тоже стоите. Вы понимаете это вообще или нет? У нас постоянно куда-то уходят сверки в бок. Все, давайте, хубав.
Я надеюсь, заковыряем нахуй. Мне не дают их ловить. Полляма от монетки гугли. Просто отойди подальше от портала. Пусть им она сверху идет. Вот, а другого 4 поймаешь. Я понимаю, но я хочу как бы и дамажить в этот момент, наверное. А что ты будешь дамажить? Ты будешь дальше их выносить подальше от рейда, вот сзади, нахуй, где вход. Я их могу в одну точку вынести. Вот сюда, где я стою. Давайте вообще на балабаф. Приста бафа нет. И кушаю, бафните кто-то. Просто ближе чуть надо подойти, когда босса будет, и все. Ничего сложного. Никто баф не имеет. Ну сложно, 24 человека одну подойти ближе. Понимаешь? Тогда можно одному выйти назад. Че, у нас один пристроить или че, баф кинуть? Попросила, я кушала, сейчас. Сейчас сделаю. Давай, отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Афиг, ты там порчу на здесь кидаешь по 30 камней? Или я тебя просто так молоко пускаю? Мили какие-то шли. Слева. Там закрытие надо. Дима, зашли в мили. А чё он стреляет? Манна тьму дай. Паркин. Милхан, Блэк, нахуй. Мне СС был. Маси, дай бер по Милханту. А не, по Блэку, по Блэку, по Блэку, по Блэку дай. По Блэку Милханта. Блять. Понял. Вопросов не имею. Пожались. Хотя бы каску дайте по пристам. Танка идет. Милика выйдет из танка. Нет, там хила. Рибахните, блять, пристов нахуй нормально, чтобы ДС не умерли в следующую смену. Рибахну. Все, даю веру. Первое. Забери и мать, сейчас будешь давать ему. РДД там аккуратно. Сейчас огурцы будете хавать. Кто нас хавал? Ну, мать. Блять, милики нахуй. Может, это 4 последующих? Давай, 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 давай прямо сейчас пизду нахуй. И мана тьму. Чтоб больше человек выжил, больше нормально. Первое, очень много, гляди. Надо залить. Сейчас закидаю. Сверно. Ой, пизда, пончик появился. Видите, босс? Видите, босс? Там милики сейчас сидел. Заходить надо будет. Зашли, 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 зашли в пончикина. Вышли. Все, вышли, дамажу. Дим на хп какой-нибудь там дайте. Нет, только да, у меня. Так. Добивайте. Пизда, все. Два ляма, добейте. Прихильте, два хила осталось. А дамажить кто один? Крафтов? Ой, а я живой, ой, как же так? Первый трай, наверное. Лям остался. Ну, я блин. Я не ебу, что это делать. Бить босса. Как? Пиздон. Короче, не надо, наверное, стучиться в сферы, надо просто... Ну, Афлик еще живой, и воет. Да там лям. Не, мульти-то слишком много. Каких цифр? Ты чё в сфере бегать начал? Было 1500, это реально было. Ну вот, уже считай. 1500. Ну да, я живу, 1500 было прям, ну лям, много. Всё, пизнав. Мы бы еще и с такими хилами даже выжили, если бы у нас ТД побольше было у некоторых. Да, если бы у нас на первых прокрутках бы люди не умирали, было бы вообще охуенно. Ну да, вот ДПС, конечно, тут пиздец. 2К, 5К, 7К. Дайте Милхантуса сопрот, я не знаю, каждый трек. Ладно, короче, это last pool, потому что сейчас дайр ты еще будет, нахуй, пизду. Потом, потом соберем гильдейских, нахуй, и добьем, нахуй, и все, блядь.
пущу бой. Разрулит ту хуйню, то что там выпало, блядь. 18 может. Справится. Но он Арисвин был в первом рейде? Да. Был. Нужно было как хрупал, как с массакрой. Я в ахуе, конечно. Это даже второго не осилили. Я так кушать еще хочу, ребята. Доставка приехала. Не, еще не приехала, в том-то и проблема, блядь. Это будет переурожаливать мод. Ну лог тут за двоих дамажит, нахуй, я не знаю. Он очень хочет. Что там, у нас никого нет? Undertouch был в первом. Там. Преслин. Дейка. Одного лука точно КД он на меня кидал, я вставала. Да ща после рейдов добьем, блядь, с гильдейскими уже. Ща я потом пойду жрать нахуй АФК, блядь, и... Короче, похоже... Честно, я на будущее скажу. Мне кажется, лучше пустые слоты, чем пуги. Я в этом данке конкретно. Потому что, ну... На этом боссе нет. Редко. На этом боссе нужен прохил и ДПС. Лок нормальный. Его, наверное, водить надо босса по комнате, потому что типа он засирает все там мили. Конечно, он очень плохо ходит, особенно на второй кастуют, кастуют. Он кастует, он там по шагу может делать, но это типа очень. Давайте фулба быстрее. Попресту дайте. Челов стоит. Каску. И... Каску попресту дайте еще. Не могу попробовать вывести. И камушки возьмите, и лапку дайте, и инту дайте. Разве забери тьму. Ну это да. ХП не хватает, крика на ХП походу. Все, давай еще. Крик на ХП. Лог. Держит эликсы. Эх. Да-да. Мана тьму дай. Или сейчас готовимся уходить. Медленно вышли. Бля, все выжили, блядь. Не сгинуло причем. Я лахта. Такое может быть? Гин твой хуйня. Он не факт, что на всех прокает. Ну это понятно. Свои сливы. Сейчас сдам, сейчас сдам. Аур на кас поставьте, почему аур на кас нет? По-моему, на ханта идет. Да. Просто отходи назад, лужу разливай и все. Не стой, да, не советую. Геро уже, не? Нет, рано. Вот сейчас даю. Вели хотя бы снимать. Подкаст, если будет, больно. Ой, ну. 4 дам, наверное, на следующий. Спончиков, милики, аккуратно вышли. Дал точно. Давай из баунд. И ману тьму жми. К сферам не подходите, ну ребят, ну прямо у сферы стоите, зачем? Дамажьте босса, просто дамажьте босса, похуй на сферу. На. Блять. Область тьмы. Нормально, нормально, убьем. В мили подходим. Каст. Сейвы свои, огурцы жрите, сейвы и огурцы жрите. Ладно, тут убили. Так оставим. Просто бейте, похуй на каст, бейте. Убили, половина конченых РДД не видит то, что на них дебафы, надо вынести лужу. Стоять в руку РДД. По кайфу.
Сука, он упал. Блядь. Поясочек для... Кто упал? Кто упал? Пояс. Бля, навычек, конечно. Это пристал? А он тебе... критическое исцеление. Он тебе надо? И там критический урон написан, как бы, но прошу обратить. Ничего не знаю, ничего не знаю. Пояс хороший, кстати. Пояс реально хороший. Да, я только за ним сюда хожу. Да. Это бисовый поясок, я тут. Знаете, единственное, что можно тут заанролить на самом деле. Да, анроль пояс. Анроль пояс. Это хуйня, рольчик кому-то много спек на. Да. У меня аддон заработал. Грудак. Блин, ну, до этого не работал неделю. Да, грудак неплохой. Да, больше сказать, неплохой, нахуя. А, так мы, наверное, ролить будем, не знаю. Не знаю. Кольчужная наруч. На Рашхама, блядь. Очень жесткая. Ну, блядь, 5%. Да я шучу, это хуйня не было. Ну, на Рашхама чисто пойдет. Это хуйня вообще. Нет, нельзя. Бездарная. Можно Машку взять? Можно, да? Можно? 97. Стоп, убьет. Все отлично. Наши, значит, да. Да, еще дракона с погибели вырулил. Ну это и все, кончилась моя удача. Так, дальше поехали. Это хуйня ролики. Вырваны. Да попало по штуке на каждого еще. Вот это жестко, они ролятся. Дерутся, блять. А, посох ролится. Пал, я так понимаю, там ролил на лад. Те две пары сразу выйду. О, лок сролил. Ты заслужил? Да, лок. Один? Спина. Кристалл последний ролить. Кристалл ролить. Ну, легке просто, нахуй. Троечку кинул. 96 минивелл вижу. Минивелл обмен. Звездочку на себя поставил. Пал, который там ролил перчатки, тоже обмен давай. И лок обмен давай, звездочку.